Я принесу славу нам всем. У нас прекрасная новость. Сваха нашла тебе удачную партию. Все уже решено. Присядь. Это будет благом для всей семьи. Да, я принесу славу нашему роду. Дисней представляет. Тихо. Сдержанная, изящная, дисциплинированная. Все эти качества мы видим в хорошей жене. И эти качества мы видим в Мулан. Мой долг — сражаться. Знаешь, почему птица Феникс сидит справа от императора? Она — его страж, его защитница. Она и красива, и сильна. Твой долг — принести честь семье. Сможешь ли ты его исполнить? Подданные императора! К нам вторглись кочевники с севера! Их вожак именует себя Бори-хан. И ему служит колдунья. Пощады не давай. По указу его императорского величества, каждое семейство должно послать войска по одному мужчине! У тебя нет сына? Мне дарованы две дочери. Я пойду сам. Мы должны быть готовы. На этот раз он не вернется. Дисней представляет. Верность, отвага и честь. Я клянусь защитить свою семью. Духи предков, прошу защитить ее. Твое имя, солдат? Хуадзюн, господин, сын Хуаджоу. Мы сделаем мужчин из вас, из всех без исключения. Закрыть ворота! Твое мужество неоспоримо, но что-то сдерживает тебя. Когда станет известно, кто ты, участь твоя будет печальной. Я Хуа Мулан. Я принесу славу нам всем. Закрыть ворота! 6 наших северных городов пали под атакой кочевников. Их вожаку служит колдунья. Покарать убийц! Да, повелитель. Каждое семейство должно послать войска по одному мужчине! Ты герой войны. Подумай, сколько жертв ты уже принес. Мой отец не может сражаться. Значит, я займу его место. Северные варвары убьют ее. Если я ее раскрою, ее убьют свои. Дисней представляет. Мы возьмем столицу империи. И я отомщу за моего отца! Твое имя, солдат? Хуадзин, господин, сын Хуаджоу. Я воин, и я клянусь быть верным! Верным!
Отважным! Отважным! Честным! Честным! Стрелы! Ты умрешь, притворяясь тем, кем тебе не стать. И все же я здесь. Значит, для таких, как мы, есть место. Нашим планам угрожает девчонка. Она воин. Нет! Мулан.